некорректными, ненадлежащая оценка того, что мы им написали, да, значит, мы инициируем съезды, юридические процедуры, адвокатские запросы, аудиты, проверки. Мы наращиваем адвокатскую мощь только с целью одного, да, выявления правдивой, корректной адвокатуры. Если они сдадут все экзамены, без проблем. Но на сегодняшний момент у меня есть прямое заявление, и я уже вижу все основания, да, и все нарушения, которые есть. Вспомните, что было, когда Микола Серый, да, только заявил по кодексу. Что? Возглавили по нему расследование и влепили ему дисциплинарку, потому что адвокат высказывал свое мнение о системе права, притом урегулированной в кодексе. Что было? Это о чем говорит? Теперь скажите, пожалуйста, вот, например, говорю как есть, да? Вот я это сказала, Диме сказала, Сережа, Виктор, я с вами лично не знакома, только заочно, извините. Да, у меня свой полевой фронт работ. Но, элементарно, все видели записи, или как задерживали адвоката, да? Какое у нас единение, какое мы можем дать оценку деятельности, если у меня проходят обыски, мне некому обратиться. Жалобы, которые отправляют, даже не знаю, половину адвокатов не знают, что такое НАУ. Все, кто сегодня спрашивали... Формальный представитель, который все сегодня, все, кто сегодня адвокаты собирали, что они спрашивали, да? А где находится НАУ? Никто из адвокатов не знает, где оно находится. Это принцип самоуправления. Теперь смотрите, задержали адвоката, да? Были вообще нарушения прав. У нас есть ассоциация, у нас есть комиссия квалиф, да, у нас есть рада. Что комитет происходит? Защиту прав адвоката. Скажите, пожалуйста, они дали этому оценку? Дали. Они дали этому оценку? Они сделали следующее. Они без изучения доказательств, без сбора адвокатов, которые представляют интересы непосредственно Виктора Смолия, они сделали совершенно невменяемое письмо, изменение, которое не имеет никакого под собой юридического аспекта. Порушили и не сделали. И принцип. Их задача была, извините, Виктор, но прежде всего возбудить дисциплинарное производство, дисциплинарное против вас, потому что это расследование адвокатское. В рамках этого расследования опросить все необходимо адвокатскими запросами от Рады, адвокатов, от НАУ, истребовать документы, дать свою оценку. В случае нахождения ваших действий, каких-то несоответствий, да, или выписать дисциплинарку, или отправить предписание на возбуждение уголовного дела, или закрыть дисциплинарное производство. Абсолютно верно. Это то, что они должны были сделать. Ничего этого не сделали. Поэтому, если бы его действиям дали так, как это должно было быть,